Thank you.
Если ты ищешь медведей, то их здесь нет. Сейчас нет. Но я могу предложить тебе кое-что получше. Если ты настоящий Дрэнг, для кого честь — это свет, струящийся в жилах, ты можешь помочь мне исполнить судьбу. Так далеко от тепла очагов, воин? Это место твой дом? Меня зовут Эрик Верный. Так назвал меня великий Рагнар Лодброк. Когда мы сражались на полях Англии, мы заводили семьи, разрушали королевства, ходили по морю. И вот, его больше нет. Вся Норвегия оплакивает Рагнара. Мне трудно представить, что чувствуют его воины. Нас, его самых верных дрэнгов, осталось всего 6. Но мы заблудились без его путеводной звезды. В этой пещере я узнал, что мы с Рагнаром связаны. Мы были юны и забрели сюда во время охоты. Он убил медведя одним ножом, запрыгнул ему на спину и не отпускал, пока зверь не испустил последний вздох. Мы радовались успеху вместе, как будто вместе убили медведя. Тогда я понял, что готов умереть за Рагнара. Я не погиб рядом с ним в яме со змеями Эллы, но я все исправлю. Сразись со мной. Мне нужно к Рагнару в зал Одина. Нужно дождаться подходящего времени для столь важного боя. Еще рано. Я буду ждать. Прошу, позволь мне умереть с честью. Бой с таким дрэнгом – большая честь для меня. Скажи, как будешь готов? Я готов. За Рагнара Лодброка, конунга Норвегии. За Рагнара, за славу, за дрэнгов-странников я поднимаю клинок. Я готов. За Рагнара, за славу, за дрэнгов-странников я поднимаю клинок. Я готов. За Рагнара, за славу, за дрэнгов-странников я поднимаю клинок. Будешь кормить червей.
прошу. Будь... Я готов. За Рагнара, за славу, за Дренгов-странников я поднимаю клинок. Твоя жизнь дар Одину. Прошу. Бой... Я готов. За Рагнара, за славу, за Дренгов-странников я поднимаю клинок. Прошу. Бой... Я готов. За Рагнара, за славу, за Дренгов-странников я поднимаю клинок. Ha!
Кажется, я нашел! А нет, это челюсть! Воды. Я найду гребень. Вот увидишь. Он должен быть где-то поблизости. Есть еще где поискать? Что ищут эти люди? Мой гребень. Кто его найдет, с тем я и проведу гребень. Вечер. Вот увидишь. Хочешь тоже поискать? Он должен быть где-то поблизости. Ледяная. Кажется, это твой. Все, довольно. Поиски окончены. Гребень найден. В награду я проведу с тобой немного времени. Мы погуляем, а там посмотрим, куда заведет нас беседа. Ясно. Видим. Ты не похож на тех, кого обычно влечет ко мне. Ты суров, но в тебе есть... Утонченность. Утонченность? Прочие, как дубинки. Столь же неуклюже. Но ты проворен, как нож. Тебе так нужен хоть кто-то, что сойдет любой лесоруб или воин? Я была замужем. Мой Альфи умер 5 зим назад. Наш союз был безупречен. Мне не нужен другой муж. Но что, мне до конца своих дней жить без любви и внимания? Я так не хочу. А гребень? Может быть, гребень, брошь, браслет. Что угодно. Главное потерять, чтобы кто-нибудь смог найти. Есть интересные истории. Как-то раз ко мне трижды приходил один человек. Я даже испугалась. Оказалось, тройняшки. Если этот гребень тебе не нужен, что мне с ним делать? Возьми себе, причешись. Или
Я могу тебя причесать. Причесать? Все состязание было ради этого? Я могу не только причесать, но и снять с тебя груз забот ненадолго. Если хочешь. Да, на моих плечах тяжкое бремя. Лишь нежные руки могут его облегчить. Позволь мне. Нежные руки. Грубый голос. Это было приятно. Оставь гребень себе на память. Спасибо, Билли. Ты сняла тяжесть, которую я не мог снять сам.
Сюнин. Of how timbre the afla load. Yeah.
Берегитесь проклятия! Здесь витает колдовство! Эту землю отравляет зло! О какой угрозе ты говоришь? Ты охотишься на зверя? На самого хитроумного, чьи деяния столь гнусны, что ни один зверь на такое не способен. Значит, это человек. Чародей. Тот, кто когда-то называл себя мужчиной, но осквернил свою хук извращенным сейдом. Похоже, это что-то более личное. Это гнусная тварь, что живет вон там, отравила мою сестру. Уже за это его надо убить. Но, возможно, тебя больше тронет награда за убийство чародеев, что предложил Харальд. Выгода убеждает лучше, чем страсть. Подумаю, стоит ли она того. Логово чародея по дороге и налево. Будь начеку. Пришел, наконец, со мной сразиться? Или так и будешь докучать мне издали? Ты и тот чародей, что проклял эту землю. Она была проклята задолго до меня. Проклятие невежества поразило весь Мидгард. Значит, ты не используешь чары против этой земли и людей? Я стараюсь помогать другим. Во мне видят угрозу лишь те, кто боится неизвестного. А таких много. Один охотник думает, что ты отравил его сестру. Я хотел ее спасти! Сделал лечебное зелье, но этот невежда решил облить ее свиной кровью. Уж если кто и виноват, то это он и его родня. Он сам убил сестру! И слушай, он отравит наши мысли! Да у тебя их просто нет! Сдохни, тварь! Иди ты в хель! Ну все! Люди вроде него опаснее любых чар. Они враги мудрости. Можешь забрать его вещи, а тело я предам земле.
Тут нужно быть осторожнее.
там привлекло взор Локи. Напасть.
чем дело? Что там такое? Hello.